Vi är i New York. One minute to group two announcements. Thank you. En grupp två först man kör. Ja, nu, det är nu, det är nu. Vi fan, vilket nederlag sen. Vilket sitta hela den här dagen och åka tåg och bara okej, när det gör. In the Best Foreign Language Film category, the nominees are from Poland, Ida, from Russia, Leviathan, from Estonia, Tangerines, from Mauritania, Timbuktu, and from Argentina, Wild Tales. We're dead. For achievement in directing, the nominees are Alejandro G. Iñárritu, for Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance. Richard Linklater for Boyhood. Bennett Miller for Foxcatcher. Wes Anderson for The Grand Budapest Hotel. Martin Tilden for The Imitation. Andas. Nej. Ta inte av dig. Sitt. Ta inte av dig. Рубен Эстланд, шведский кинорежиссер, автор 5 полнометражных фильмов, начал свою карьеру в 90-е с фильмов о лыжниках, которые впоследствии помогли ему поступить в киношколу в Гетеборге. Там он познакомился с продюсером Эриком Хеммендорфом, с которым впоследствии образовал продюсерскую компанию Platform Production. Именно эмоции этих людей вы сейчас наблюдали на своих экранах. Мы к этой сцене вернемся чуточку позже. Его художественный дебют «Гитара Монголоид» получил премию FIPRESI в Москве в 2005 году. Фильм был распространен более чем в 20 странах и показан на многочисленных фестивалях, что принесло Рубену международное признание. 2 года спустя он выиграл «Золотого медведя» в Берлине за короткий метр «Инцидент в банке», работа, в которой режиссер воссоздал картину неудавшегося ограбления 2006 года. Фильм был снят одним кадром, где каждое движение камеры было создано на постпродакшене. Премьера его третьей картины «Игра» состоялась в Каннах, где фильм был удостоен также премии. После Канн «Игра» была показана в Венеции, Торонто и на многих других фестивалях. Этот фильм был построен вокруг реальных случаев травли подростками друг друга. В центре Гетеборга группа мальчишек от 12 до 14 лет совершила около 40 ограблений других детей. Для этого ими применялась тщательно продуманная схема под названием «Трюк с братом», основанная скорее на продвинутой ролевой игре, нежели на физическом насилии. Внимание! Фильм «Игра» состоит из 44 статичных планов. 44 сцены, в которых происходит некоторое действие. Никаких акцентов на детали. Только реальное время, только реальная жизнь в кадре. И, кстати говоря, вот этот фильм «Play» «Игра» я несколько раз советовал у себя в Инстаграме. Признаться, был дикий соблазн сделать героем этого видео, этого разбора, именно эту картину. Но сегодня мы поговорим, попытаемся разобраться в киноязыке режиссера Рубена Эстланда на примере фильма «Форс-мажор». Мы узнаем, с какой идеи начался замысел фильма, разберемся, как режиссер, увидев некоторые видео на Ютубе, обычные домашние чьи-то видео на Ютубе, создал главные сцены в фильме. Также мы поговорим о том, как в фильме появилась главная музыкальная тема. Это музыка, взятая из лайв-концерта баяниста, украинского баяниста Александра Хрустевича. И дотошно разберем некоторые сцены, прям вплоть до секунды, с точки зрения режиссуры. Для того, чтобы понять, как вот из этих мелких крупиц складывается общий замысел всей картины.
Кроме того, я сам снял несколько сцен в контексте этого фильма, опираясь на приемы, которые использует режиссер. Оговорюсь, я не копировал сцены из фильма, я попытался сам высказаться на главную тему этой картины, на тему природа и человек. Эти сцены вы сможете увидеть в промежутках между логическими частями этого разбора. Прошу, ну, не судите строго, правда. Но и сегодня мы попытаемся ответить на главный вопрос, о чем это автор. Всем привет, друзья! С вами Юра Кориков, и мы начинаем. Это история об одной достаточно обеспеченной семье, нуклеарной семье, которая приезжает на горнолыжный курорт в Альпы, где в одну секунду происходит то, что переворачивает все с ног на голову. Это супер неудобная картина. Она задаст вопросы, на которые в современном обществе не принято разговаривать. «Форс-мажор» — это фильм о противостоянии человека с природой в широком смысле и о противостоянии человека со своей внутренней природой. Это фильм о наших ролях в современной семейной жизни. Это фильм о страхе и это фильм о боязни потерять свое собственное лицо в глазах других людей. Это фильм о нас с вами. Кстати, я так вероломно прервал биографию режиссера. Да, фильм «Форс-мажор» не был номинирован на «Оскар», к сожалению, но спешу всех обрадовать. В 2017 году его фильм «Квадрат» «The Square» изначально взял золотую пальму ветвь Каннского кинофестиваля, а затем был номинирован на «Оскар». И насколько я понимаю сейчас, его уже новый фильм «Triangle of Sadness», «Треугольник печали» находится на стадии постпродакшена, так что все у нашего товарища замечательно, прекрасно, поэтому смело возвращаемся к нашему разбору фильма «Форс-мажор». Сейчас я попытаюсь коротко рассказать о своем первом знакомстве с этой картиной. Фильм 2014 года. Все прозаично и просто. Представьте, вечер, мы с девушкой находимся в поиске, чтобы нам посмотреть перед сном. Просто какие-то дикие муки выбора. Мы листали очередную закладку, смотрели постеры, описания. Ничего нам не нравилось. Вот мы натыкаемся на постер, где изображена лавина, бегущие какие-то люди. И называется «Форс-мажор». И у меня девушка-любительница такого жанра. Она любит такую горную тематику. И она меня уговорила буквально посмотреть эту картину. Я без особого энтузиазма согласился. Мы начали смотреть. Ну и уже где-то спустя полчаса девушка устранилась. Она сказала, что ну, здесь нету какого-то экшена, что ничего не понятно, что происходит, просто какие-то диалоги. Она устранилась, ушла. И я сижу вот с таким лицом и смотрю в экран. Я просто находился в каком-то эмоциональном потрясении. После этого моего знакомства, уже, да, я там начал открывать другие картины режиссера, которые также на меня производили впечатление, но именно фильм «Форс-мажор», вот это мое первое знакомство, вот с этим киноязыком, меня просто как будто взяли вот так за жабры, подняли и начали задавать вопросы. А как бы ты поступил? А ты уверен, чтобы ты так поступил? И на титрах меня оставляют с этими вопросами. Оставляют в полнейшем эмоциональном потрясении. Вот это фильм «Форс-мажор». Я боюсь представить, что происходило с семейными парами, которые до конца досмотрели этот фильм. Там, я думаю, еще та веселуха была. В общем, друзья, я предлагаю вам ознакомиться с этой картиной, прежде чем продолжать дальше следовать вместе со мной. Либо, как я обычно говорю, если вы не хотите смотреть этот фильм, там, эти два часа, пошли дальше со мной по этому разбору. Возможно, я вас заинтересую, расскажу какие-то офигенные моменты, и вы после этого решите посмотреть эту картину. Я буду этому только рад. Внимание, не спутайте фильм «Форс-мажор» Рубена Эстлунда 2014 года с фильмом «Под откос» 2020 года. Дело в том, что это американский ремейк того же самого сценария.
То есть, смотрите, фильм «Форс-мажор» — это шведский фильм. В 2020 году вышла американская адаптация того же самого сценария, за одним лишь исключением. Из этого фильма был убран полностью весь авторский режиссерский взгляд, авторские режиссерские приемы. То есть полностью вот этот объем фильма, он был просто вероломно сокращен, убран, выкинут, как хотите. Это такое намеренное упрощение авторского кино. Я прошу прощения за свой такой снобский тон, но, блин, мы здесь немножко за другим. Мы здесь хотим... Мы хотим учиться, мы хотим разбираться вместе. Поэтому не спутайте, пожалуйста. И давайте пройдемся по бытовому сценарию фильма «Форс-мажор». Вкратце, фабула картины заключается в следующем. Семья из Швеции Томас и Эмба с детьми Верой и Гарри приезжают в Альпы на недельный отдых. Великолепные пейзажи и отличная погода обещают лучший отдых в их жизни. На второй день отпуска во время завтрака на открытой веранде они видят, как контролируемая снежная лавина движется в сторону кафе. За секунду лавина накрывает их. Томас в панике убегает, оставляя жену с детьми. К счастью, никто из них не пострадал. Снежное облако рассеивается, и Томас возвращается за стол. С этого момента в семье происходит разлад. Вечером они ужинают с подругой Эббы Шарлотт, ее новым ухажером. Эбба рассказывает, как Томас в момент лавины убежал, оставив жену с детьми. Томас категорически не согласен с такой интерпретацией. Они спорят перед смущенными гостями. В этот же отель приезжает один из старых друзей Томаса Матт со своей новой возлюбленной. Все вместе они ужинают в номере у Томаса с Эммой. После обеда и большого количества вина супруга вновь рассказывает историю про лавину. Наступает неловкое молчание. Томас вновь не соглашается. Позже Томас признается Эбби, что ненавидит себя, свою трусость, неверность. Он рыдает, к нему подбегают дети и начинают его обнимать. Обнимают все, кроме Эббы. Последний день их отпуска, несмотря на густой туман на трассе, семья решает покататься на лыжах. Во время катания Эбба теряется в тумане и зовет на помощь. Томас, ненадолго оставив детей на месте, бежит спасать супругу. Он находит Эббу и, неся ее на руках, героем возвращается к детям. На следующий день семья покидает отель. Все вместе садятся в автобус, который должен отвезти их в аэропорт. Эббу охватывает паника, когда водитель автобуса неумело входит в повороты. Она кричит, чтобы ее выпустили. В конце концов, из автобуса выходят все, кроме подруги Эббы. Группа людей пешком спускается вниз. Кто-то предлагает Томасу сигарету, и сначала он отказывается, но затем соглашается. Сын спрашивает отца, курит ли он, и Томас отвечает, что курит. Конец. Вообще, оригинальное название фильма «Турист», но в международный прокат фильм вышел с названием «Форс-мажор». Термин «форс-мажор» значит непредсказуемое событие, не зависящее от воли сторон, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств. И эти договорные обязательства нарушает глава семейства в момент, когда он убегает от жены с детьми во время лавины. Под договорными обязательствами я подразумеваю те роли, которые мы играем в современной семейной жизни. Конкретно отец, он играет роль защитника, роль настоящего мужчины, главы семейства, человека, который постоит в любой ситуации за свою семью, за свою жену. Это та роль, которую, в принципе, он исполняет. И та роль, которую он играет в обществе. И его видят таким. Этот фильм предлагает задуматься о концепции маскулинности и традиционных ожиданиях от партнера. На удивление, несмотря на то, что наша культура снова и снова учит нас, что мужчины должны заступаться, сохранять преданность высокому, защищать свою семью, инстинкт выживания вытесняет культурные ценности. В этом было столько всего, что мне показалось чрезвычайно интересным. В «Форс-мажоре» режиссер показывает ситуацию, в которой инстинктивная природа оказывается сильнее. Показаны доли секунды, в которых человек, главный герой в данном случае, не способен рационально помыслить. Он действует, опираясь на свои инстинкты. И это проблема. Проблема для него, проблема для семьи и в дальнейшем проблема для их друзей, которые также вмешиваются в эту ситуацию. Кстати говоря, в этом смысле режиссер буквально издевается над главным героем Томасом, просто буквально выжимая все соки к концу фильма. Казалось бы, картина рассказывает о простом семейном отдыхе, в котором нет никакого экшена, просто диалоги, ничего не происходит. Но согласитесь, при просмотре возникает это ощущение просто натянутой тетивы. Вот эта лавина, с которой, по сути, начался фильм, она постепенно и обрушивается на нас с вами, на зрителей. И к концу фильма, в слезах Томаса, она накроет нас просто с головой. И мы сидим с вопросом, вот я как мужчина, конечно, я задам себе этот вопрос, а как поступил бы я?
А точно бы я так поступил? И по своей сути, задавая этот вопрос, это вопрос эмпирического характера. То есть мы не можем на него дать четкого, точного ответа до тех пор, пока мы не переживем эту ситуацию. Мы не знаем, как мы бы поступили. И режиссер предлагает нам поразмышлять на эту тему. Так, ну что, здесь было? Вроде место красивое. Давай быстрее, это уже полно. Да, пойдет, ее добавлю. А сейчас мы немного поговорим о форме этой картины. Весь фильм поделен на главы. Каждая глава – это один день из жизни вот этой семьи. А переходы между этими главами заполняются ночными видами гор, снежного такого ландшафта, под музыку Антонио Вивальди «Времена года». Кстати, интересно, почему именно эта музыка звучит здесь? Сейчас зачитаю вам некоторую вырезку из одного интервью с режиссером Рубеном Эстлуном. А что насчет музыкального вымора? Классическая музыка. Был ли это ваш план с самого начала, или вы уже это сделали на стадии монтажа? Отвечает режиссер. Нет, продюсер Эрик Хеммендорф отправил мне видео с YouTube с заголовком «Мальчик рвет аккордеон». На нем мальчик играл лето Вивальди. На самом деле в фильме играет один аккордеон. Но звучит он богато. Он подчеркивает эмоции семьи и того, что происходит в персонаже Томаса. Я также хотел совместить это очень высокое, интенсивное чувство с теми частями фильма, в которых мы погружаемся в неловкое молчание и не знаем, как реагировать. Короче, я офигел, когда узнал, что это YouTube-видео, где мальчик играет на баяне, это украинский баянист Александр Хрустевич. И он достаточно известен, на самом деле, я прям почитал, погуглил про него. Это просто видео, которое взято с Ютуба. Чувствуете? Вы чувствуете это? Полностью звуковая дорожка взята из этого видео. Из видео, которое было выложено на YouTube. Идем дальше, далее о форме. Вот смотрите, картина, в которой нам показывается человек, и он является, знаете, просто какой-то частью вот этого пейзажа. Это гостиница, которая просто вкраплена в гору, смотрится супер неестественно. И заметьте, фильм состоит из большого множества статичных планов. Вот сейчас я бы хотел поговорить о значении такого кадра. Что это означает? Как он воздействует на наши чувства? С самого начала происходит сцена, где нам показывается
семья, мама, папа, сын, дочь, которых фотографируют. Мистер, можете приобнять жену? Хорошо. Можешь также обнять брата? Да, здесь для нас создают такую нуклеарную семью, такую счастливую, там фотограф говорит, станьте так, станьте красиво, сделайте то, сделайте счастливый вид, накидывают маски на наших героев, чтобы они вот эту ячейку общества играли в кадре. И прикольный момент, вот зацените его. В самом начале фотограф, когда ставит семью, он заходит за кадр, он выходит из кадра с таким как бы намеком, что дальнейшее повествование всей картины и наш зрительский взгляд должен совпадать с камерой. Это самое начало, в которое нам задается то, как нам необходимо смотреть эту картину. И давайте подумаем, для чего нужны такие кадры и зачем нам об этом говорят. Когда мы видим такой общий статичный план, на глаз зрителя это воздействует следующим образом. Мы не привязываемся, мы не входим в эмпатию с каким-либо героем. Мы на это смотрим, как на реальную жизнь. В данный момент каждая секунда – это жизнь. И мы наблюдаем эту картину. Это на самом деле очень щадящий метод от режиссера. Спасибо ему большое, потому что очень сложно себя эмоционально привязывать к Томасу. Из него делают прям максимально к концу фильма тряпку, но мы на это смотрим как бы со стороны. Мы не принимаем точку зрения Эбби, мы не принимаем точку зрения там подруги Томаса. Мы наблюдаем на это, как, знаете, какой-то лабораторный эксперимент. И заметьте, даже сама гостиница, сам вот этот курорт, ну он выглядит как какая-то, блин, я не знаю, лаборатория. Они лежат в пижамах таких, чуть ли не робах каких-то. Мы как будто наблюдаем над экспериментом. А что будет с семьей в такой критичный момент? И если фильм и объединяет нас какой-либо точкой зрения, так это точка зрения уборщика. Когда он курит сигарету и смотрит на них свысока. Но он совершенно безучастный. Ему темы, которые поднимаются в их семье, достаточно чуждые. Он на них смотрит, типа, что? И вот здесь есть этот объективный взгляд камеры с его стороны. Это единственный, наверное, момент, где нам показывают чью-то точку зрения. И да, в теме, где уборщик смотрит на них свысока, также поднимаются вопросы социальной прослойки в обществе. Не без этого, 100%. Таким образом, начальная сцена отмечает такой дистанцированный, рефлективный способ повествования, который наложит отпечаток на всю картину в целом. Кстати говоря, такой вид повествования присущ таким режиссерам, как Шанталь Акерман, Михаэль Ханеке, Рой Андерсон. Я сейчас делаю вот этот разбор на фильм «Форс-мажор», и буквально вот эти дни просто погрузился в биографию и кино Шанталь Акерман. Просто в моментах, я не знаю, просто до слез. Вот для нее вот эти планы статичные, у нее фильмы там по 3 часа. Реально, просто вот кадр, кухня, кадр статичный, действия, жизнь. Каждая секунда идет, создается жизнь в кадре. Как, знаете, цитата, по-моему, Тарковского. Блин, по-моему, говорю, как будто я до этого не посмотрел, что это цитата Тарковского. Цитата Тарковского. Запечатленное время — это и есть кино. Погрузитесь, вот у кого есть желание, кому присущ такой киноязык, кому близок для души такой киноязык, погрузитесь в киновселенную Шанталь Акерман. Этот человек не снимал то, что ей не нужно было снимать. Посмотрите документальный фильм, как она снимала свою маму. Роль матери в ее картинах очень велико. Посмотрите на эту съемку, она сама режиссер, она сама ставила камеру на стол, закатывала этот стол на кухню и выстраивала план. Просто это супер магия. Вы смотрите на это, и получается кадр, в котором протекает жизнь. Вот в чем прикол вот этой статики? Почувствуйте эту штуку. Нам не показывают крупные планы, чтобы мы не привязывались к точке зрения режиссера. Когда режиссер какой-то показывает нам там, часы, крупный план часов, он говорит, обратите внимание, вот здесь сейчас часы, обратите на это внимание.
Когда мы видим просто кадр, который выстроен в статике, без каких-либо перебивок и так далее, мы видим здесь жизнь. Каждая секунда этого плана рождает в себе жизнь. Вот этот план даже с лавиной, как бы его сняли, он статичный, он идет, он просто стоит камера, происходит действие. Как бы это сняли в Голливуде? Нам бы сняли крупный план глаз главного героя, крупный план детей, крупный план, как бы он взял там телефон, побежал, там все, чик-чик-чик, нарезка, побежали, пау. Но нам здесь режиссер показывает просто, как скатывается лавина. И мы в это верим. И эта жизнь происходит в кадре. Без каких-либо замедленных планов, крупности и так далее. И я в это верю. Вы понимаете прикол? Мы смотрим на это, как будто бы на реальную жизнь. Вот Шанталь Акерман. У кого есть желание, просто посмотрите несколько картин. У нее все фильмы, это вот такая статика. Кухня, статичная камера, жизнь. Там комната, статика, жизнь. Комната, статика, жизнь. Посмотрите ее фильм, где она снимает людей, которые ожидают прибывающего автобуса. Просто такая плавная панорама людей. Я не знаю, просто моменты есть, ну просто в моментах пробегают слезы. Вот это так работает. Вот это наверное, есть творчество. Это, наверное, есть искусство. Когда в обычной жизни, которую нам показывают в одном плане, мы что-то чувствуем. Я снимаю сцену. Я не стану снимать руку Клэр только чтобы показать кольцо на руке. Если кольцо мне важно, то я попрошу ее вот так держать руку, но я не стану его специально отлавливать. Я снимаю сцену, и люди должны ее прочувствовать. Например, любимый мной Хичкок снимает фильм, чтобы вы прочувствовали то или это. И так поступают все великие режиссеры. Они не позволяют зрителю быть свободным до фильма. Так поступают хорошие режиссеры. Я делаю все наоборот. Далее идем. Возникновение замысла. Как заявляет сам режиссер, его впечатлили данные со времен крушения Титаника. Я стал читать социологические исследования о морских катастрофах, прочитал все от Титаника до Эстонии. И глядя на процент выживших, становится понятно, что выживают в основном мужчины определенного возраста, а женщины и дети погибают. Это полностью противоречит мифу о Титанике, о том, что женщины и детей сажали в шлюпки первыми, и о том, что капитан стоял на мостике, пока корабль тонул. Это тоже неправда, у экипажа всегда наибольший шанс на спасение. Также Рубен Эстлунд рассказывает несколько комичных ситуаций, подтверждающих вышесказанное. Цитата режиссера Рубена Эстлунда. «Истоки форс-мажора таятся в вопросе, который долго меня увлекал. Как люди ведут себя во внезапных и неожиданных ситуациях, таких как катастрофа? Это история о туристах, которые бегут в ужасе при виде лавины, та-та-та, а когда все заканчивается, им становится стыдно из-за того, что они поддались первобытному страху. Эта история началась с анекдота, который я никогда не забуду». Ну, здесь, наверное, анекдот подразумевается как комичная ситуация, которая с ним произошла. Несколько лет назад шведская пара, мои друзья, отдыхали в Латинской Америке. Вдруг из ниоткуда вышли люди с оружием и начали стрелять. Муж инстинктивно побежал в укрытие, оставив свою жену без защиты. После их возвращения в Швецию, она, выпивая пару бокалов вина, рассказывала эту историю снова и снова. «У меня разыгралось воображение», — говорит режиссер. «Я начал искать истории, похожие на эту историю, о несчастье в чрезвычайных обстоятельствах». Я слышал столько забавных примеров. Например, Эрик, продюсер, рассказал мне о паре, которая собиралась пожениться. Для мужа решили устроить мальчишник, перед которым его было решено разыграть. У друзей были лыжные маски, которые используют грабители, и винтовки. Они постучали в дверь квартиры, и пара им открыла. Мужчина был так напуган, что спрятался за спину своей будущей жены. Потом им было очень сложно помириться. Это такой первый фактор, который повлиял на возникновение замысла картины. Идем дальше. Следующий фактор. Следующий фактор – это, как признается режиссер, он увидел на Ютубе ролик. То, о чем мы говорили в самом начале. Ролик чей-то домашний, давно выложенный на Ютубе, о том, как группа людей снимают сход лавины. Давайте посмотрим. Вы, не знаю, офигеем сейчас. Ты
Просто сейчас прочувствуйте этот момент. Вот стоят люди, и они сейчас все наблюдают о том, как будет... Это не лавина, это какой-то спад ледника, что ли, что такое, как правильно назвать. Ну вот, смотрите. Просто восторженные крики. И волна схода этого снега, этой лавины, как правильно назвать. Смотрите. Просто камеру смотрите. И охватывает паника. Все в порядке, все в порядке. Вот этот момент от радости от того, что они могут заснять, от восторженных криков до о-о-о-о, и вот этого тряски вот этой камеры, вот эти 3 секунды и заинтересовали режиссера, как он сам признается. Вы заметили, как вот просто в этой даже тряске камеры этого человека, который снимает, почувствовалась вся тревога и весь этот инстинкт, который в нем разыгрался, что вот-вот его накроет. Его камера начала бултыхаться. Как признается режиссер, уже потом он увидел этот ролик, и он уже додумал, что если отец там решит убежать, это поднимет тему маскулинности, тему ролей в обществе и так далее и тому подобное. И уже вот этот минимальный скелет начал обрастать мясом. Мясом под названием кино. Просто кайфаните с того. Я с чего кайфанул в этот момент? С того, как пришла в голову идея. Как пришла в голову идея у режиссера. Он увидел некую статистику, которая его заинтересовала, о том, что да, есть увеличение количества разводов после каких-либо катастроф. И второе, он увидел просто ролик на Ютубе и зацепился за вот этот маленький момент. Вот этот ролик, я не знаю, блин, он 2010 года. Просто кто-то выложил там в YouTube этот ролик, он его каким-то макаром заметил. Слово макаром, мне интересно, как будет переведено на английские субтитры. Он его заметил и зацепился за эти 3 секунды. Из этих 2 факторов сложился форс-мажор. Идем далее. Про факторы мы сказали, мы уже постепенно подходим к разбору сцен. Сам горнолыжный курорт — это некоторая метафора. Между человеком и природой идет борьба. С одной стороны, цивилизация, которая пытается контролировать природу. Все эти, вспомните, подъемники, очистительные машины, контролируемые лавины, даже моменты, где семья чистит зубы, где одевают каски, я не знаю, ботинки. Это все мелкие моменты того, что человек пытается контролировать природу. С одной стороны. А с другой стороны, мы имеем непостижимую силу природы, которая просто ждет своего часа, чтобы показать человеку, кто он на самом деле такой. Я думаю, что горнолыжный курорт — это метафора происходящего в фильме. На нем постоянно идет борьба цивилизации с дикой природой. И человек пытается эту природу контролировать, взрывая лавины, строя заборы, расчищая трассы от снега и так далее. Итак, обобщим все нами вышесказанное. Что мы имеем? Перед нами есть 2 плоскости. В широком смысле взаимодействие цивилизации и человека. То, как показан курорт, то, как горнолыжный курорт вшит в горы, это такая общая большая плоскость взаимодействия цивилизации и природы. И 2-я плоскость – это плоскость человека с его инстинктами, с его природой, как он с ними борется. Фильм раскрывает неразрешимые противоречия, главные из которых – возможно ли не поддаваться инстинкту самосохранения и заботиться, например, о своем ближнем, а не о себе. Это очень важный вопрос, и очень сложно на него ответить. И фильм, в принципе, дает нам пищу для размышления. И мы, как зрители, вынуждены пройти вот этот сеанс психотерапии вместе с семьей. Этот сеанс проходит семья на протяжении всего фильма, и мы проходим свой сеанс.
в котором мы должны себе ответить на некоторые вопросы. Это фильм, в общем смысле, о страхе, об инстинктах, о традициях маскулинности. Да господи, это просто неудобный разговор. Вот просто это неудобный разговор. Вот это такие общие фразы, общие смыслы, которые, наверное, присутствуют, как я считаю, присутствуют в фильме. Может быть, есть тут что-то, не знаю, еще что-то. Сейчас я предлагаю по традиции уже рассмотреть покадрово, посекундно некоторые моменты кино, чтобы понять, как режиссер рисует мазками эту картину, рисует этот объем. Давайте начнем. Гарри. Гарри, на пару секунд, не волнуйтесь, это бесплатно. Отличное общее фото получится. Давайте, вставайте. Пару минут, не больше. Фотограф заносит, ну как слово заносит, не то слово, втягивает в кадр эту всю семью посредством мальчика. Okay. Хорошо. Вот так отличный вид. Ты же чемпион по лыжам? Конечно, чемпион. Ты же чемпион по лыжам, говорит фотограф. Вот с самого начала он навешивает какие-то ярлыки, какие-то маски на людей. О, да ты же чемпион по лыжам. Он, ну, понятно, что он ребенок, он не является таким. Смотрите, мы сейчас рассматриваем фильм, уже понимая, что мы его смотрели там не первый раз. Мы понимаем, чему закончится. Мы понимаем, для чего это делается. И мы рассматриваем какие-то такие, ну, какие-то такие моменты, которые помогают фильму работать. Вот фотограф, который стоит спиной к нам, накидывает некоторую маску на ребенка. Давай, ты сейчас, ты сыграй роль суперлыжника. Далее идем. Чемпион мира, да, Гарри? Вставай рядом с братом. Девочка, потом миссис, а мистер рядом с женой. Прекрасно, стоим здесь, смотрим на меня. Фотограф раз уходит, как мы уже говорили, за камеру. Наш зрительский взгляд совпадает со взглядом камеры. Мистер, наклонитесь к жене. Коснитесь головой. Коснитесь. Так? Да, очень хорошо. Раз, два, улыбочка. Молодцы. Фильм Рубина Эслунда. Первый план. План заснеженных гор, в который просто инородно вкраплены куски цивилизации в виде курорта горнолыжного. Этот мерцающий огонек. И сейчас, в момент, когда начнется музыка Ивальди, такая тревожная достаточно музыка, которая предзнаменует что-то, мы здесь наблюдаем взаимосвязь природы и цивилизации. Панорама сверху вниз, с величественных гор к нам, то, как люди тут пытаются что-то либо контролировать. Форс-мажор. Тон в фильме задан. Взаимодействие цивилизации и человека. Вот согласитесь, даже вот в этих планах, оглядываясь на весь фильм, создается ощущение, как будто мы как инопланетяне приехали, прилетели, что-то тут пытаемся свою картошку посадить. Но по факту, вот эта величественная природа, которая дает себя покорить в какой-то момент, просто ожидает своего часа. Режиссер в самых начальных кадрах с формированием семьи, с музыкой Вивальди в исполнении Александра Хрустевича, говорят о том, что нас что-то ждет, что скоро что-то произойдет. Касательно музыки, музыки времена года Вивальди. Вот смотрите, что такое музыка? Музыка — это искусство. Искусство — это то, что создано человеком. Времена года, само название, Антонио Вивальди, времена года, лето. Это попытка человека, вот в общем таком смысле, времена года музыка, это попытка человека преобразовать природу в искусство. К тому же Вивальди, времена года, это, ну, согласитесь, это супер распространенная, супер такая, ну, ее все знают, что это такое, что это за музыка. Она прям уже как культурный пласт какой-то, она вкраплена в наш культурный код. Человек тут пытается даже музыкой преобразовать, даже в музыке преобразовать природу в искусство. Не знаю, как замудрил, но, короче, надеюсь, вы поймете, про что я говорю. То есть здесь не просто какая-то классическая музыка напряженная, нет, здесь Антонио Вивальди, которая вкраплена в наш культурный код,
мы все ее знаем, и мы тут пытаемся вот эту, эти времена года, лето, осень, зима, весна, преобразовать, подчинить. Я как сумасшедший тут сижу, распинаюсь. Надеюсь, ну, блин, я надеюсь, вы понимаете, про что я говорю. Просто... Смотрите, как он величественно стоит на фоне вот этих скатывающихся водопадных струй. Как это еще более поэтично сказать, чтобы не было как-то некрасиво. Вот этим кадром режиссер нам показывает, что несмотря на то, что вот мальчик, у него прекрасное обмундирование, у него там классный защитный костюм, он тут в горах, все у него прекрасно, но для того, чтобы ему... исполнить свою нужду, извиняюсь за такие подробности, свой инстинкт, ему нужно снять все это. Вот эта каска, которая лежит где-то там по левую сторону экрана, говорит нам о том, что ну, ты, наверное, чуть-чуть уязвим все-таки, потому что в тебе есть вот это первобытное. Ты, ну, мы здесь, по сути, как, блин, как животные, я не знаю, как еще сказать, у которых есть инстинкты. Вот это первый инстинкт. Вот он так неумело надевает свои штанишки. Моет руки. И идет. План на фоне ребенка. Да. Подходит к нему отец, дает ему перчатки, берет его за руку, и идут они вместе. Сейчас план перейдет на отца. Смотрите. Я стараюсь поддерживать открытые отношения, а дома у меня все спокойно. Кадры. Значит, у вас есть? Выше. Да, две девочки. Сколько им? Ну, так говорит, собственно, о том, что вот эти все физиологические потребности, все эти инстинкты, они присущи всем, не только детям, но, пожалуйста, сейчас мы приходим на плоскость родителей, дети уходят в сторону, остаются какие-то взрослые тут проблемы, озвучивается тема, что отец много работает, он привез их сюда, то есть, по сути, отец очень крутой на самом-то деле, он привез семью отдыхать, он зарабатывает деньги, редко иногда, может быть, видит семью, но он делает все для того, чтобы они были счастливы. Смотрите здесь, как отец пытается успокоить мальчика. А? Он раскапризничался, потому что не ел целый день. Озвучивается вновь физиологическая потребность человека. То, что он просто, ну, человек должен кушать, он... Ребенок не ел, вот он капризничает. И отец не может успокоить вот этот физиологический... Ой, как бы тут все так погранично все сказать. Ну, вот вы чувствуете эту параллель между маленьким мальчиком и отцом? Маленькой девочкой и мамой? Отец пытается успокоить своего сына, который хочет просто, ну, банально кушать. Хочет исполнить свою физиологическую потребность поесть в еде. В общем, нам с самого начала режиссер рисует эту картину... Вот уже вторая такая засечка с такими потребностями. Идем дальше. Следующий план, где семья спит. Сразу встыкнут они на самом деле. Все, статика. Ну просто смотрите за вот этой семьей. В таких одинаковых пижамах. Не буду брать. Справа от отца лежит сын, слева дочь. Они лежат, спят. Снова потребность. Снова она показывается. Потребность во сне у человека. Какими бы мы крутыми не были, какими бы у нас там, сколько бы денег не зарабатывали, мы все хотим кушать, писать, спать. Три потребности в самом начале фильма режиссер нам в лоб показывает. Уткнулся в свой телефон. Нет, совсем нет. Вот смотрите, тоже очень такой, на мой взгляд, очень важный момент. Ну, вот что значит быть, допустим, вот добродетель? Что быть хорошим человеком? Что есть быть хорошим человеком? Вот по Аристотелю, для того, чтобы быть хорошим человеком, это нужно практиковать всегда. Это нужно постоянно совершать те действия, хорошие действия, для того, чтобы у тебя... Это выработалось даже на уровне какого-то инстинкта, чтобы в какой-то критичной ситуации ты мог, не задумываясь, поступить хорошо. Вот по Аристотелю, что касается добра и зла,
это происходит таким образом. Есть там две, да, полярные точки зрения, и в фильме они будут рассматриваться на самом деле. Это подруга Эбби Шарлотт, которая скажет о том, что ну, это же ситуация, в которой невозможно подумать. Ты здесь реально подчиняешься только инстинктам. И здесь как бы режиссер нам, по сути, так философски говорит о том, что, может быть, у Томаса, в принципе-то, и не было шанса поступить иначе во время лавины. Все, что показывается в кадре, для чего-то нужно. Сцена с телефоном, ну, она не супер прям важная, она там ни на что не повлияет, но вот эта тема, что он ее в такой даже мелочи обманул, то что, да, я это, неправда, я не в телефоне. Она такая, да ты в телефоне, чел. Он такой, ну, ха-ха-ха. Ну, говорит о том, что возможно, у Томаса и не было никакого шанса другого поступить иначе. Хотя он бы хотел это сделать. Есть что-то полярное мнение, там, по-моему, Гоббса или Кантели, не буду выпендриваться, кого-то, короче, из них я читал, что у них как раз-таки, у философов, вот у этих, теория такая, что человек не может вытренировать то, как он поведет себя в какой-либо ситуации критичной. Он будет действовать, подчиняясь инстинктам. Вот в их плоскости, в их философии. Мы же здесь рассматриваем полярные точки зрения на этот поступок. Там, где они чистят зубы. Вновь этот момент, что они пытаются контролировать там свою природу, чистить зубы, типа вот этими электрическими щетками. В плане повествования выстроено так, что чистка зубов нам покажет эволюцию в их отношении. Самый первый день, когда они чистят, стоят тут всей семьей стоят, чистят. И в дальнейшем, первый день, второй день, третий день, четвертый день, на пятый день. Это просто момент эволюции их отношений. Зафиксировали. Сцена 10.54. День второй. Мы посмотрим эту сцену полностью. Во-первых, как признается сам режиссер, он мечтал сделать сцену в кино самую такую эпичную со сходом лавины. Как это было снято? Вот эта сцена, люди сидели действительно в кафе, на фоне, естественно, ничего не было, там был натянут гринскрин, зеленый экран, и уже лавина была наложена на постпродакшене. Смотрим. Да. Ничего, вкусно. А пармезана у них нет? А пармезана у них нет. Последнее слово. Что это было? Вы посмотрите. Смотри-ка, Гарри. Что там? Томас, что это? Лавина? Не волнуйся, она контролируемая. Черт, ты посмотри, какая мощь. Вспомните то видео. Чуваки, вспомните то видео, которое я показал, с которого был референс, с которого начался этот фильм, где также группа людей снимала сход лавины. Вспомните, как был переход от вау до просто эмоций животных. Они же знают, что делают. Папа! Не похоже она на контролируемую. Ничего страшного, Гарри. Папа! Гарри! Ребенок, все, просто все. Томас! Пелена. Пелена. Природа вас накрыла. Так что не видно ни одного человека. После этой сцены наступает такая неловкость в их общении. Как будет это показано в дальнейшем режиссером? Сразу стык кадр. Спереди стоит отец. Фокус на маму. Переводится фокус на отца, отец неловко поворачивается. Они понимают, вот это даже звук на фоне, они понимают, что что-то происходит уже у них в душе. Смотрите, как мать отрешена уже от семьи, она быстрее зашла в комнату. Снаружи остаются дети и отец. Блин, сейчас будет супер крутое режиссерское решение. Прочувствуйте эту штуку. Приходит обслуживающий персонал, уборщик. Он заходит с пылесосом в их комнату. Идет мама, первая идет мама. Что-то с ней не так, она понимает, что произошло, боится, может быть, как-то произнести это. Господи, Эбба, подожди. Идите в номер.
И что я пропустил? Это самое главное. Мама запускает детей в номер, где находится чужой, ну, мужчина, чужой человек. Захлапывает. Ну, просто представьте, что там происходит сейчас. Кто-то находится чужой. Все, они остаются вдвоем. Мама, что? Гарри, сиди в номере. Закрывает. Здесь кто-то есть. Здесь кто-то есть. Что происходит? Боже мой, Гарри, зайди внутрь. Дай просто вот это решение режиссерское, когда детей запускают в комнату к человеку там постороннему, вот нам просто говорит о том, что в их семье проникло что-то чужеродное. Что-то, что сейчас отравит вашу атмосферу, вашу семью. Вот это супер крутое решение. У них произошла ситуация. Только что у них произошла ситуация, по истечению которой они все чувствуют эту неловкость. Как режиссеру передать это визуально? Он придумал такое решение. Он запускает детей к постороннему человеку. Мать закрывает, типа, ну вы чувствуете вот это напряжение внутри, типа, да, блин, ты там, что происходит там? Вот это говорит о том, что в их отношения проникло что-то чужое. То, чем придется им разбираться. Дальше. Вот вспомните тот план, где они все вместе лежали вчетвером, лежали, спали, и сейчас на полу сидит дочь, лежит так, обмикая сын, родители не с ними. Посмотрите, какой контраст дикий. До этого такая хорошая семейка. Сейчас у них произошел разлад, и дети это чувствуют. Ребят, сразу предупреждаю. Блин, я снимаю без света, сижу тут перед балконом, свет постепенно уходит, и к концу ролика, я подозреваю, мы уже будем находиться в темени, у меня будет тут, может быть, мне даже видно не будет, но вот как есть реально. Вот начал снимать еще, наверное, часа 3 назад, вот только сейчас постепенно начинает садиться солнце, извиняюсь, света нет, здесь в аренду его даже взять нельзя, поэтому работаем как есть. Погнали дальше. Хорошо. Ты отлично с ним управляешься. Можно я его поймаю? Нет, думаю, не стоит. К человеку возвращается. Ух ты! Вот, ребят, может быть, я уже шибанулся в край, но на протяжении всего фильма вот действительно создается ощущение, что человечество, по сути, здесь как будто бы инопланетяне, инородные какие-то предметы вот в этом экстерьере. Эти огни внизу, которые тоже создал человек. Летает такая тарелка летающая, и она возвращается к человеку. Такое ощущение, что мы как будто прибыли с другой планеты, тут пытаемся что-то адаптировать под себя. Ну вот реально есть вот это ощущение с этим даже, блин, квадрокоптером этим, банально. Ну, сцена, собственно, с подругой Эбби Шарлотт, ее новым ухажером, каким-то инструктором. Пожалуйста, смотрим эту сцену. Это первая сцена, где будет озвучена проблема в семье Томаса и Эбби. Привет, милый. Здравствуй, солнышко. Пьет вино, круто там дегустирует. Томас играет эту роль мужчины, который принимает решение, да, вкусное вино, нормально. Говорит, что все дело в ботинках. Смешно. Но это была такая ситуация, в которой все происходит так быстро, что не сообразить, как действовать. Не смог убежать в лыжных ботинках. Эбби вообще не пытается даже услышать свою подругу. Смотрите, вот роль этой подруги. Шарлотт. В фильме выясняется, что она также замужем, у нее есть дети. Но это не мешает ей вести вот такой образ жизни, встречаться с парнями, там, проводить с ними ночи. И это будет не один единственный парень. Эбба и Шарлотт — это прям два разных мира. Для Эббы Шарлотт — это что-то невозможное в ее мире. Шарлотт, напротив, говорит, ну да, у меня есть и муж, и дети, и плюс у меня есть интрижки, и все у меня прикольно, почему я должна из этого переживать? И они максимально разные. И здесь как бы Шарлотт высказывает мнение о том, что, ну да, это же такой момент, когда ты не понимаешь, нет времени подумать. Эбба мимо ушей пропустила эту фразу. Для нее вообще не важно, что она говорит.
Не убежать, а вообще бежать. И здесь режиссер как будто издевается, выходит празднование день рождения у кого-то. Смотрите, как визуально эти кадры решаются. Я уже 100 лет не катался и плохо выходит разбираюсь торт. В лыжных ботинках. Выходит торт, блин, что за фраза, выходит торт. Вот черт. И визуально... Томас начинает подпылать, Томас начинает гореть. Во-первых, это супер неловкая ситуация, когда у них возникает такой серьезный разговор, и выносят торт, поют там с Happy Birthday to You, и визуально показано то, что ну, вот у них начинается вот этот разлад. Вновь Томас в расфокусе, тут идет план со стороны Эббы, и сейчас у них состоится первый такой разговор наедине. Выходит Томас, визуально смотрите на эту линию. Они находятся в двух разных плоскостях. Это не супер новый прием, эти приемы были уже в кинематографе. Для меня яркий пример такого приема, когда два человека находятся в разных плоскостях, у них две разные правды. Это был фильм «Братьев Дарден», «Два дня, одна ночь», где главная героиня там приходит к своим коллегам для того, чтобы они проголосовали там на собрании, чтобы ее не выгоняли. А они там, у них своя правда, короче, вот там постоянно, по-моему, такой план был, вот этот угловой. У каждого своя правда. Здесь Томас вновь не соглашается с Эббой. Это снова психология того, как человек боится потерять свое лицо в глазах окружающих. И режиссер в каком-то интервью рассказывал, как он там гуглил ну, какие-то видео или новости вот на эту тему. И яркий такой пример был. Это канал BBC, там, в общем, по ошибке человек, какой-то там компьютерный техник, попал на прямой эфир в BBC, его спутали с каким-то интернет-аналитиком. Я хочу также хорошо описывать людей, как видео на Ютубе. Думаю, что лучшее применение для видео пришло к нам вместе с интернетом и Ютубом. Хочу рассказать об одном видео, которое мне кажется просто потрясающим. Водитель по ошибке оказывается на прямом эфире новостей BBC. Журналист ошибочно думает, что он эксперт в области цифрового права. Когда она говорит «Здравствуйте, Гай Кьюни», водитель понимает, что произошла ошибка. И мы видим потрясающее выражение его лица, когда он пытается понять, что же делать. Он испуганно смотрит сначала на журналиста, а потом прямо в камеру, на зрителей. Она говорит «Доброе утро», и он отвечает «Доброе утро». Он начинает играть роль эксперта. All mean for the industry and the growth of music online? Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Вы прочувствовали эту мимику? Вот это просто миллион мимических мышц на его лице просто говорят о том, что, блин, что-то тут происходит, это какой-то конфуз. И этот чел будет продолжать играть в эту игру. Do you think now more people will be downloading online? Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet and the website everything they want. But I think is much better for the. Он отвечает на вопросы, которые вообще даже адресованы по сути не ему, но он уже попал в ситуацию. Это вот просто яркая психология человека, потому что вместо ну понятно, что он наверное, вряд ли бы сказал, что я да не тот, надо уйти. И как он с этим справляется? И в этой же сцене, где они разговаривают, по сути, происходит то же самое. Томас на протяжении всего фильма отрицает очевидное. Теперь наблюдайте вот эту картину, как она поднимается, как это называется, подъемник какой-то или что. Смотрите, как она пошла кататься одна. У нее происходит какой-то, ну, внутри просто диссонанс, разговор с собой. У нее ее гложет эта ситуация. Как визуально это передает режиссер? Максимально. Как это передается? Вы чувствуете? Офигенное решение. Просто офигенное. Все будет хорошо. Ну, может быть, ребята хотят побыть вдвоем. Окей. Ах, да. Простите. Я не собиралась портить вам отпуск.
И Эба садится. Извините меня. Я погорячилась. И загораживает нафиг Томаса. Ничего страшного. Выходит на первый план, фокус на нее, она загораживает. Ее проблемы, вот ее... весь это пустая болтовня, кстати, катание и так далее. И это нафиг не важно, у нее мысли об одном. Во-первых, она выгораживает нафиг Томаса. Для нее его не существует как мужчины, как главы семейства. И это визуально вновь подчеркивается. Мы собирались пообедать. Нам принесли еду, и вдруг мы услышали громкий хлопок. Тут весь эффект будет достигаться в том, что момент, когда будет говорить Эмба, в кадре не будет Томаса, и мы можем только догадываться, что там происходит с ним, какое у него лицо, и потом показывать его лицо. Это просто такое убийство. Мы даже еще не осознали, что происходит. А стена снега уже шла прямо на нас. Было страшно. И Томаса не показывают. Прямо на вас? Да. Ничего себе. Просто вот эти эмоциональные качели вот просто нас заставляют представлять, что там происходит. Чувствовать вот этот просто дикий дискомфорт. Вот так. Просто разбитый Томас. Тебя третий раз спрашиваю. Может, скажешь уже что-нибудь? Я каждый раз смотрю, я смотрю уже, не знаю, миллионный раз, смотрю, всегда пугаюсь на этом моменте. Вновь этот квадрокоптер появляется. Просто как будто бы, я не знаю, визуально показан мир, блин, Томаса, в который просто врезается вот это дикое напряжение. Просто что-то реально инородное, чужеродное появляется в голове у него. Простите, но смотрите, мы никак визуально не могли показано. Поговорить об этом. Сидит, думаю. Лежит Томас в таком уязвленном состоянии, лежит вместе с сыном. Сын что-то там, не знаю, делает, читает, раздумывает, и как бы через сына показывает то, что у отца идет какой-то мыслительный процесс, он думает, как бы выйти из этой ситуации. Это лучше для вас обоих. И вам нужно посмотреть на это с другой точки зрения. Блин, вот этот свет, вот этот, который стробит от планшета, это прям показывает то, как на него действует эта ситуация. Томас пошел. Я не думаю, что ты мог бы кого-нибудь ударить. Но и в этот я момент имею в виду... нам показывают горы, заснеженные горы, и вот эта дымка, я не знаю, туман, не туман. Мы понимаем, что в этом тумане находится курорт, находятся люди, цивилизация. Это визуально нам говорит о том, что природа взяла верх над человеком. Вот так визуально это подчеркивается. Дальше эпизод, который я очень долго отказывался как-то принимать, воспринимать для себя. Час 24. Момент, когда Томас не может попасть в комнату к Эбби, к семье, к жене. И выбегает просто толпа каких-то лютых мужиков, начинает играть музыка Вивальди, и начинается просто какая-то вакханалия. Вот такая сцена. Согласитесь, она прям выбивается из общего потока фильма. Но я долго ее отказывался принимать, честно. Потому что я вот на самом деле люблю, когда я вижу просто обыденность. И в этой обыденности можно разглядеть что-то больше, объем какой-то. А тут я понимаю, что это как-то неправдоподобно. Это как-то как будто и не из этого фильма. Но, видимо, режиссер посчитал, что именно таким образом более достоверно можно передать то, что происходит на душе у главного героя, у Томаса. Он остался без семьи. То есть он, это ведь идет стык с той сцены, где он не может попасть к семье, к жене, к детям. И вот эта сцена показывает просто вот этот переизбыток тестостерона, когда мужики там орут просто жестко и долбит музыка, играет Вивальди, вот это напряжение лютое. Они там блюют, я не знаю, орут голые, какие-то там дикие, как будто бы...
то, что происходит на душе сейчас у Томаса, как будто это мир без семьи, скажем так, он лишился этого. Его режиссер постепенно опускает на дно, постепенно опускает туда. К голым мужикам, извиняюсь. Я понимаю, что ты очень разочарована в том, кого ты увидела. Он до сих пор не может признаться себе и своей жене в том, что это он сделал. Он убежал. Для него как бы до сих пор это стыдно сказать. Ему проще сказать, что ты разочаровалась в том, кого ты увидела. Я тоже в нем разочаровалась. Он говорит себе как в третьем лице. Я тоже чертова жертва своих инстинктов. И здесь начинает плакать уже по-настоящему. У него сейчас буквально будет истерика. Алло. Эй, Томас. Томас. Я не могу остановиться. Касательно вот роли главного героя, тоже такой факт. Для главного героя, в принципе, Йоханнес Кунке играл Томаса. Для него было очень сложно играть такого, как сказать, слабого мужчину, который вот на таком эмоциональном дне. И в одном из интервью он там рассказывал о том, что режиссер скидывал ему некоторые референсы на эмоционально разбитых мужчин. В качестве референса, например, была ситуация с кораблекрушением корабля «Коста Конкордия», когда капитан там первый покинул корабль, струсил. И показывали, вот так же, возвращаясь к YouTube-роликам, режиссер скидывал ролик один с названием там «Самый худший плач в истории». Сейчас вам покажу, вы сейчас поймете. Вот запомнили, как сейчас Томас плакал, как рыдал, какая у него истерика была? Видео называется «Best Cry Ever». Шоу, где сын признается отцу в том, что, да, типа, я все равно тебя люблю, там, у них какие-то сложные отношения. Somewhere deep down in my heart. Ну, твой отец. I still love you. Still love you. Не смейтесь. Эй, ты! Просто вот я читал интервью, где актер рассказывал, что ему такие референсы присылали для того, чтобы, ну, вот он как-то поднабрался, понахватался этого, для того, чтобы мог как-то более живо войти в эту роль. Помогите! Что? Мы слышим крики о помощи. Помогите! Я иду, Эбба! Томас... Какое-то время снимает лыжные ботинки. Оставайтесь здесь. Это не та ситуация, где нужно прям в долю секунды принять решение. Это ситуация, в которой ты снимаешь лыжные ботинки. Ой, снимаешь лыжи и бежишь на помощь. Мы видим, как из пелены выходит Томас, держащий на руках свою жену Эмбу. Мама! Мы идем! Начинает играть Вивальди, вы слышите снова? Мы сделали это. Отлично. Впервые в фильме музыка Вивальди заканчивается вот так торжественно. Обычно она звучит так, как будто сейчас что-то произойдет, а тут как бы происходит такой небольшой хэппи-энд. Эта музыка так заканчивается. Так трррм. Что происходит в этой сцене? Да что происходит? Эбба позволяет спасти себя для того, чтобы вновь поставить Томаса во главу семейства, во имя детей. Она весь фильм была в раздумьях после ситуации с Лавиной. И сейчас она приняла решение, что да, она таким образом в глазах детей, в глазах семьи, она вновь поставит Томаса во главу угла. И как бы вроде бы все круто. Все складывается отлично. Они прошли эту терапию. Но есть еще что-то, что будет после этой сцены.
Вы не могли бы вести аккуратнее? Очень просто классный план еще, да, как будто едет такой автобус с людьми, и вот это панорамное такое стекло из автобуса с видом на перрона, вокруг перрона. Я хочу выйти. Эбба начинает нервничать, просто у нее начинается такая небольшая истерика. Но, ребята, вот эта сцена в автобусе, режиссер вдохновился. Как вы думаете, где? Правильно, на Ютубе. Я вам сейчас покажу ролик, который был залит на Ютуб 10 декабря 2006 года. Ролик под названием «Idiot Spanish Bus Driver Almost Killed Students». Думаю, здесь нету смысла переводить, так все понятно. 2006 год, ребята. Мне было тогда, в общем, мне кажется, я был тогда в 8 классе. 2006 год. Видео с Ютуба. Давайте посмотрим. Смотрите, как соскочила женщина. Смотрите, как соскочила женщина. Какая паника у нее началась. Перепуганные дамы сидят. Ничего вам не напоминает? По-моему... Откройте двери! Откройте двери! Откройте! Ей очень страшно, серьезно. Бесплатный парк аттракционов. Он с ума сошел. Серьезно, ему нельзя водить. You probably need to phone someone about that, but... Откройте двери! Я хочу выйти! Убрай эту долбанную дверь! У женщины случается истерика. Собственно, так же, как и случается истерика в фильме «Форс-мажор» у главной героини. Откройте эту дверь, откройте дверь. Откройте эти чертовы двери. Ребят, разница лишь в том, что видео, которое мы видим на Ютубе, это реальная жизнь. Это происходило в действительности. 2006 год, залито на Ютуб. И режиссер, увидев это видео, он словил эту эмоцию, когда в одну секунду истерика охватывает женщину. Так, что она готова быстрее выбежать из автобуса. Собственно, это мы и видим в фильме. Вот эта истерика за Эббы, которая кричит «Выпустите меня из автобуса», это также проигрыш природе. Если Томаса опустили условно до самого дна эмоционального из-за того, что он убежал от этой лавины, то в конце фильма тот же самый случай, но уже с Эббой. Она также бросает всех, детей, там, мужа, и быстрее выбегает из автобуса. Я хочу выйти. Вера, ты куртку взяла? И она быстрее выбегает. Вы понимаете, насколько, как это сделано? Вы понимаете, как это сделано? Меня поражает именно это. То, как из каких-то крупиц, видео из Ютуба, личных историй была создана картина. Вы понимаете, что главная сцена с лавиной Ютуб, финальная сцена была также вдохновлена реальной жизнью. Вот это круто. Прочувствуйте вот эту тему, из чего можно создать кино. Из эмоций. Сейчас будет очень важный момент также. Мы видим в правом углу, что в автобусе остается подруга Эббы, Шарлотт. Та самая, которая ведет такой распутный образ жизни. Эти вышли как будто бы победители отсюда. Водит как сумасшедший. И они спокойно уезжают.
и вся группа людей, человечество, группа людей остается наедине с природой. Вот этот момент, когда уезжает Шарлотт, вы смотрите, просто даже на их лица, лица, которые полны непонимания, что произошло, как бы вроде бы они вышли и поступили правильно, что вышли, опасаясь за свою жизнь, но автобус уехал, очевидно, что они сейчас опоздают в аэропорт, они тут без вещей особо, все их вещи в автобусе, и они сейчас просто будут спускаться. И одна Шарлотт уезжает на автобусе. Эта сцена очень любопытная с точки зрения Шарлотт. Дело в том, что Эбба и Шарлотт — это две противоположности касательно семейной жизни. Эбба — это чистая семьянинка такая, а Шарлотт, она ведет такой, скажем так, опасный образ жизни. И вот этим жестом, когда она остается в автобусе, режиссер нам говорит о том, что, ну да, она выбирает, по сути, опасный образ жизни, опасную жизнь. В любом, наверное, хорошем художественном кино, каноничном кино, в момент, когда Шарлотт, которая такая плохая, она там спит со всеми мужиками, у нее такой двойной образ жизни, она должна остаться в автобусе, и автобус должен там улететь в канаву, и она там должна разбиться, так как она такой негативный персонаж. Но нет. Вновь идет нарушение канона. Люди, которые вышли из автобуса, остаются ни с чем. Наступает такое неловкое молчание, они не понимают, что делать. А Шарлотт спокойно уезжает в закат. Она как бы вроде победитель в этой теме. Вновь режиссер ставит под вопрос правильность той или иной ситуации. Просто группа людей из всего автобуса пешком спускается вниз. Им не поможет автобус, изобретенный человеком. Они в этой природе будут идти просто как, не знаю, как стадо какое-то, будут спускаться вниз. Дальше. Очень важный кадр. Посмотрите вот это, на этот план. Такая плавная панорама людей. Вот эта сцена, как признается режиссер в одном из интервью, это некий омаж в сторону Луиса Бунюэля, фильму «Скромное обаяние буржуазии». Обязательно посмотрите это кино. В нем, кстати, также поднимаются вопросы социального неравенства. Там группа таких обеспеченных людей, компания, пытается весь фильм покушать, позавтракать или поужинать. И весь фильм, у них возникают некоторые комичные ситуации, которые не позволяют им это сделать. И просто там тоже есть этот план, где они просто идут по дороге, идут куда-то. Это прям конкретно цитата из этого фильма. Покурим? Нет, спасибо. Хотя вообще-то я покурил бы. Держите. Спасибо. Папа, ты что, куришь? Курю. И он принимает сигарету. Вот в этом кадре режиссер Рубен Эстлунд, когда Томас изначально отказался, потом согласился на эту сигарету, он хотел показать, как мне кажется, он хотел показать то, что Томас наконец принял себя. Он принял то, что он может быть слабым. Он снял вот эту маску, которую он всю жизнь нес перед обществом. И режиссер, я помню, в одном интервью рассказывал, как он вышел покурить на балкон, в комнате сидели дети его, и он заходит, и они спрашивают: «Пап, ты еще куришь?» Он такой: «Нет». Первая реакция такой: «Нет». То есть ты взрослый человек, спокойно, ну возьми сигарету, покури, что в этом такого? Ты взрослый человек. Но нет, мы как бы лучше соврем, скажем: «Нет, нет, не курил, не курил». И вот просто такая это мелочь. И вот в этом моменте Томас, который весь фильм отрицал, что он это сделал, который там перед друзьями говорил, что нет, когда ему уже показывали видео, он все время
отрицал это. Для него было важно быть тем, кем он по сути-то и не является. И вот этим кадром, когда он сначала отказался, а потом такой, да-да, давай, закурю. И у него спрашивают, ты что, куришь? И он отвечает, да, курю. Он принял себя в этом кадре. Он принял свою неидеальность. Он принял то, что он может быть слабым. И вот эта группа людей, я буду называть ее человечество. Ну, вот мне так хочется называть эту группу людей человечество. Она идет во главе с Томасом, который закурил эту сигарету и признал себе кое-какую слабость. И они идут на фоне всей природы, спускаются вниз и идут куда-то. Это конец фильма. Согласитесь, есть даже какое-то облегчение. Вот в этой сигарете есть даже какое-то... Он как будто бы скинул с плеч весь этот груз, что он нес весь фильм. И на титрах мы почувствовали вот это... На этом обзор фильма закончен. Я не знаю, какие выводы делать. По-моему, я уже тут достаточно всего сказал. И, кстати, да, вот тоже такая неловкая тема. Хотел... Может быть. В общем, я также, естественно, размышлял про себя. Естественно, размышлял, как бы я поступил, как бы я сделал. Понятно, что я не могу на это дать никакого четкого ответа. Единственное, что мне пришло в голову один момент, который со мной случился не так давно. Мы как-то, в общем, с девушкой шли. И просто неожиданно из угла выбегает собака. И ну, просто собака что-то гавкнула, начинает гавкать. И первую вот секунду, я просто... Я просто чуть ли не... Ну, не то, что там прям спрятался, ну, так чуть прикрылся. Господи, понимаете, как это неловко? Я даже сейчас это рассказываю. Я не знаю, как это уже объяснить. Прям секунда, которая тебя овладевает тобой, природа твоя, и потом ты, потом твое мужское рациональное такое, нет, это что-то не то. Вот рассказываю вам тоже такую небольшую историю про себя, поскольку, конечно, я про это все думал, конечно, я про это размышлял, и это очень неудобно признавать в себе какие-то слабости. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам что-то понравилось. Я надеюсь, вы используете, провели для себя это время. Если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на канал. Вот просто сделайте это действие. Кому просто интересен такой формат, кому интересны, возможно, мои мысли, просто подпишитесь на этот канал. Вы не представляете, насколько это мотивирует, насколько это приятно понимать, что ты не один, что у тебя есть какие-то сообщники, назовем это так. Всем спасибо за просмотр. А мы движемся дальше, как и эти люди, которые спускались группой вниз. С вами был Юр Кориков. Всем пока.